С марта в области выплачиваются социальные выплаты медицинским работникам, находившимся на передовой борьбы с коронавирусом. Им предусмотрена надбавка к заработной плате от 200 тысяч до 1 миллиона тенге. Медикам же, заразившимся ковидом, предусмотрено 2 миллиона тенге. На сегодняшний день в регионе борются с коронавирусом более 2000 медицинских работников. Большинство из них временно переведены из районных больниц в областной центр. В их числе и врач общей практики из больницы района Габита-Мусрепова Бекзат Меркулов. В городской профильной больнице он работает уже более 2 месяцев. За этот период ему будут выплачены дополнительные денежные средства. За первый месяц работы я получил 425 тысяч тенге. Конечно, это большой стимул для медиков, которые до сих пор находятся в эпицентре. Проблем никаких с выплатами нет. Все работники, которые здесь трудятся, начиная с санитарок, все мы получаем доплату.